Еда, вода, лоток. Вот мы. У нее такая вот кофта теплая. И свитер ей положил. Рычит. Вон, недовольная, рычит. Не рычи. Все нормально. Все вот. Ну, видишь, как рычить. Рядом с батареей стоит, так что ей тут будет тепло. Поздоровайся с соседкой. Ну, чего ты? Что ты так кричишь? А что ты кричишь? На кого ты кричишь? Что? На кого ты кричишь? Кто виноват? Кто плохой? Кто? Ты сама ко мне пришла? Да? Ой, какие, да? Ой, какие все плохие. Что? Кукла? Сейчас глазки будем капать. По поводу девочки с вокзала. Вот она, ну, во-первых, верхний дыхательный, у нее однозначно проблемы. Глазки подтекают у нее, значит, на антибиотики она пока. Ну и очень боится всех. Ну, к людям нормально, но других животных очень боится. Да, возмущается на них. Да, мой хороший, ты же можно пришла сама, пряталась 2 дня, ну, сейчас вот уже вышла, легла в постель, ну, других, конечно, к людям очень хорошая, ласковая кошка, пока на антибиотики, дальше будем смотреть, дальше у нас по плану стерилизация, да, когда вылечимся, окрепнем, ты хорошая девочка, да? Также, ребят, у нас есть вот такой кот. У него проблемы с глазами. Кот-отказник, старенький. У него проблемы с глазами вот такие. Едем сейчас к офтальмологу. Кота зовут Прометей. Кот очень старенький, напоминаю. Когда-то от него отказались хозяева. Очень хороший, ласковый мальчик. Вот такие вот проблемы с глазками у него.
Итак, мы приехали с Прометеем к офтальмологу. Да? Скажи, мы приехали. И с мелким котенком мы приехали сделать рентген лапки. Нашей лапки больной. Приехали в ветпрофильянс. Так, закапали нам глазки. Покажись, он такой ласковый прям. Даже переноску трется. Воротник надо защитный. А, воротник надо, да? Обязательно. Принести сразу. Не надо, у нас есть.